Всем привет! У нас сегодня 19 сентября 2024 год, Латвия, недалеко от города Вентспилс. Мы решили зайти в лес, посмотреть грибочки. В этом году дождей мало, мы думаем, может быть, все равно что-то мы найдем. Послушаем пение птичек, природы и все-таки погуляем по лесу. Что там? Это кабаны, что ли? А, это кабаны. Видите, у нас есть кабаны. Но волков нету. Рыси есть. Рыси хорошие, они боятся людей. Черники есть там, да. На улице 15 градусов. Алина говорит, прохладно. Алин, тебе прохладно? Пока да. Ну ничего, сейчас мы разойдемся по этим дебрям. Но здесь, конечно, дебри, надо более спокойные места. Алин, я красивый мухомор нашел. Мухомор есть, а обычных грибов нету. А посмотри, какой я красавчик нашел. Два красавчика. Алин, посмотри. Вау, тут надо уже в другие подосиновики места ехать. Смотрите. Алин, во. А это только один. Я тебе сейчас второй покажу. Во. И посмотри, там второй. Какой красавчик. Уй-уй-уй. Ну? А? Подосиновик, да, ну супер просто. Алин, значит, они есть. Алина. Я овечки тоже беру, они вкусные. Овечки? О, ой. О, видишь? Ну здорово, слушай. Нашли. Я бы овечки беру, если она берется, потому что они. Да, да. О, значит, здесь что-то есть. Ой. Так, о, а это мухомор. Покажи. Посмотрите. О, масюсик, значит, они есть. Начинают вылазить. Да, да, это да. Масенькие совсем. Масенькие. Помнишь, мы когда их собирали, они. Ой. Вот эти, именно вот эти вырастали за пару дней. Алин. Блин. Ну вот все сломалось. Ну, ну вот. Масюсику. На. За пару дней вот эти вырастают. Это, я думаю, с дождей. Да, да. Видите, какие большие деревья? Это хороший признак грибов. Покажи. Пальчик, ну-ка. Такой пальчик классный. Ну давай. Вот копаем. Ну давай. Классный. Ну покажи. О, супер. Вот это вот, конечно, радость. Масюсик. Да, да, да. Я их еле узнаю. Так вот, хороший признак, если есть разные деревья, и тоже, чтобы они были уже, были среди деревьев, тоже вот такие уже старые деревья, рослые, ну и мох. Вот это хороший признак грибов. Алин, ой, а что ты увидела? А, ты там? Я в другом месте увидел. Давай я тебе еще покажу. Ну все. Ну все. Вау. Нельзя вау. А еще, Алин, подожди, стой. Там тоже. Подожди, вот здесь, Алин, вот здесь, смотри. Да, сейчас. Посмотрите. Это в течение, я не знаю, 50 минут. 50 минут? Мы так все эти. Ну покажи, где. Все, два, видите? Нет, целая куча. Вон, и вон там. Ой-ой-ой. Подождите, ой-ой-ой. Так. Раз. Два. Три. Так, ну, еще где-то ты сказала. А, вон. Вон. Четыре. О, ну все. Еще. Вон. Пять. Еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Пять. Пять. Подожди. Пять. Во, пять. И где еще масусик? О. Шесть. О. Видите, вау. Значит, во. Во.
Это, конечно, круто. Ну да. Мы только зашли. Только зашли, да. Не 50 минут, а 5-10 минут. Немножко вот туда. А, вот такие грибные места. Как всегда, мы любим арт-объекты в лесу. Упавшие деревья красиво. Здесь возле моря всегда ветер, вот такие штуки. А лисички тоже. Очень маленькие. Маленькие, да. Ну, хоть так на один зуб. Лисички. Вау! Ну все, это белый гриб. К сожалению, улитка его немножко покромсала. Подожди, у меня как-то туповатый нож. О, видишь? Улитка. Ой. Ой. Это зверь или нет? Это улитка. А, червивый. Червивый, да? Ой-ой-ой. Ну подожди, а перережь пополам. Вот так. Ну, можно что-то? Да. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, немножко. Кусочек, да, да. Ну, боровичок, да? Алина говорит, боровик. Ну-ка. О, точно. Видите? Красавчик. Ну-ка. Оп-оп-оп-оп. Ну да, они. О. Чуть-чуть они. Наверное, червивые. Ну-ка. Ну-ка. Ну. Да. Кто-то уже его поел. Улитка. Улитка поела. Лисичка. Ну-ка. Ну-ка, лисичка. Лисичка. А, подожди. Лисичка. Да, это подосиновик. Лисичка. Да, подосиновик. Это... Ну, покажи. Вот. Видите, ну это подосиновик. Ну, супер, тоже молоденький. О, видите. Какой толстячок. Хороший, слушай. Хороший. Осинковый лесочек, ну посмотрим. Да. Вообще масюсик. Ну покажи. Пухлячок, опа. Масюсик. Только-только начали появляться, видишь? О, красавчик. Ну есть, слушай, хотя бы. Не было же вообще ничего. Как видишь? Да. Ну покажи. Как-то там неплохо. Но это мне кажется. Ну-ка. Эй, Алин, это белый. О, я думал. Я думал, я думал подосиновый. Ой, какой он червивый, видишь? Давай, порежь его. Ну вот, паук на тебя напал, да? Сильно. Ну, красавчик такой. Красавчик, ну, к сожалению, он будет. Ну, уже с тех времен. А, не, подожди, ну-ка, да, перережь его. Ну-ка. Хорошо. Ну, на серединка ножка именно. Ну да. Видит и видит. Ну, где? Алина, это белый! И ты видела белый? Ты не увидела. Ты увидела подосиновик. А я увидел белый. Алина. Ой. Посмотри. Красава. Ну, ладно, что-нибудь порежем. Что-нибудь порежем, но он не сильно червивый. Блин, меня удивляет, что они все-таки там, есть. Мне кажется, можно вырезать что-то. Ну, перережь напополам. Ну, или нет, там уже ничего. Ну, жалко, красавец. Слушай, красавец. А сейчас поворачиваем. Та-да! Тут уже подосиновик. Да, подосиновик. О, ну-ка. Да, здесь хороший лес. Так. Что там? Кто-то здесь уже что-то резал. Ну? Значит, здесь растут это место боровиков. Какой малышарик! Какой красава! Ну, подожди. Пончик такой. Да, ну. Все червивые, ну. Потому что дождей мало. Только один главное, день. Главное, что они вообще есть хотя бы. Их да. Не было вообще. Ну да. Сам факт. А, подожди, а это что? Ой, я и не увидел. Все на камеру, наверное. Я еще там вижу. Да? Там что-то есть. Подожди, Алин. Здесь надо внимательно смотреть. Малышарик. Этот нормальный. Так, ну где?
О, подожди, а что это? Это у нас подберезовик, наверное. Это подберезовик. Не знаю, возьмем подберезовик или? Подберезовик мы вроде не брали. А, окей. О, красивый лес. Грибной, да, такой? Супер. Вижу белый гриб. О, Алины, большой. Видишь, значит, они тут выросли. Ой-ой-ой-ой, посмотрите. Какая красота. Ну-ка, наверное, будет червивый. Ну-ка. Что-то тут. Середине. О, нет. Довольно чистый, я бы сказал. Довольно чистый. Так. Ну-ка. Улитка. Нет. А ну возьмем. Скажи, это подберезовик? Но это такой темный подберезок. Он более хороший, более чем хороший. те коричневатые. Такой. Да, они всегда крепкие, вот эти темненькие. Ну, покажи. Ой, маленький пальчик. Маленький пальчик. О. Еще здесь? А еще здесь было? Ну где? А, о. Осинки под осиной. Буквально пару дней. О, покажи. Класс. Ну, здорово. Ты вот здесь такой, видишь, кусочек? Да, да, осинки тут и все. Какой красивый лес, да? Осинки, елки. Все, ну, конечно, тут они могут расти, ну и растут, как вы видели. О, это белый, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, червивый. Ну да, но сам факт, что они есть, да. Жалко червивый. Весь, да. Да, да. Дождя не было, но все-таки. Классный, но он был, да. Потому что мы там вообще не встречали, да? Да, да. Все видит, я ничего не вижу. Ой-ой-ой, посмотрите, белый гриб. Ну, мощняво. О. Так. Ну-ка. Чуть-чуть. Подожди. Так, ну-ка. Ну, что-то там, может быть, можно вырезать, да? Ну, покажи. О, ну сколько боровичков-то, а? Какая красота. Да, ну то, что они есть, сам факт. Так, раз, раз. Ну, что-то можно. Ты все находишь и находишь, я ничего не нахожу. О, ты тоже белый, да? Ну-ка, оп, ну-ка, сейчас посмотрим. О, это белый, красивенький. О, просто, да, они червиватые. Ну-ка, чик. Не, ну там можно подрезать. Да-да, там можно что-то, можно подрезать. Да, куски мяса такие. Алина опять нашла. О, красавчик. Красавчик. Ну-ка, красавчик. Оп-оп-оп. Во. Красавчик. Еще есть? О, ну это красавчик. Ну режь. О, это совсем масюсик. Ему два дня, наверное, там от силы. Как ты видишь их? Я не вижу. Это овечка. Но мы так не будем. Червивые? А, ну, овечка. Но. Ой, а ты кого взял? В смысле, я другой взял. Там еще сидел. Малышек рядышком, ну вот видишь, а я другое взял. Я думал. Побольше такой, да? Ну, побольше, да, да. Вот этот. А я сама его не заметила. О, вот этот. Да, да. Либо он вырос, пока мы с тобой ходили. Вырос, пока мы с тобой ходили, да, да. Тут какой-то белый большой красавчик. У-у-у. Ну здорово. Видите? Ну вообще мощняво. Такая красота. Ну конечно, он будет червивый. Потому что, я уже там еще вижу. Потому что дождей не было. Но сам факт. Ой, как жалко. Какие куски мяса. Отпадают. А, нет, здесь можно серединку вырезать, да? Хопс. Там и... О, чистенький почти. Там что-то подрезать. И на подливочку. Ну, здорово. О,
Ну здорово, я еще увидел. Это правда не белый, это подосиновик. Ну сам факт. О, Масюсик сидит такой бедный, полуиссохший такой. Ну, посмотрите. О, ну красиво. Там, блин, такой беляк сидел. О, какое дерево. Это елка, да. О, какой огромный, упавший. Да, такой большой не первый раз. Там тебя два или три, наверное, даже. Как из фильмов про фэнтези какой-нибудь, да? Ну, из сказки, класс. Да. Деревца эффектные, да, упавшие. Всегда, если есть мухомор, это хороший знак. Это значит, что и другие хорошие грибы растут. Красивые мухоморы. Вот. Стою тут, кричу, где ты, где ты? Смотрю, вот так я их и не замечаю. А тут такой боровичок сидит под ногами. Молоденький, красавчик. Я просто нечаянно посмотрел вниз. И его вообще не видел. Посмотрите. Ну, ужас. Пока я кричал, ох, какой красавчик. Ну, ой-ой-ой. Алина говорит, что я смотрю вдаль, а не смотрю под ноги. Алин. Я так заметила. Ну, вот поэтому я ничего и не нахожу. О, подосиновик красивый. Ой-ой-ой. Ну, посмотрите. Так, сейчас мы возьмем ее. Ну-ка. Оп-оп. Ну, такой красавчик. Во, ну, супер. О. А мы же тут шли. Ты посмотри, что творится, ну? Что творится-то? Он сливается. Ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, он чуть-чуть червявый. На, порежь его. Этот. Ну, может быть, шапка будет годная. Но сам факт, что красавчик. Ну. Наверное, здесь. И, да. Ну, вот сухая погода, да, к сожалению. Не, ну ничего, весь, да, просто помню, сам факт. Ой, какой здесь малышек, ну Алин, срежь. Черники, да, малышек. О, видишь, ну, покажи. Красавчик. Ну что, пособирали сегодня, да, там на двоих. Ну, о, неполное ведрышко, но все-таки. Таких благородных грибов, подосиновики, белые грибы, ну здорово. Так что что-то есть. Погуляли, подышали воздухом, да. Всем спасибо, что прогулялись вместе с нами.